Репатриация в Израиль. Жизнь в апельсине. Куда мы едем? Где мы там будем жить? Как мы сможем снять квартиру? Они ж все там только на иврите говорят. Эти вопросы не дают спать по ночам будущим репатриантам. Оно и неудивительно. Когда в Сахнуте вам говорят, что на первое время вы поселитесь во временное жилье, это ведь вообще ни о чем не говорит. Что за жилье такое? Насколько оно временное? А когда время закончится, куда мы со всеми вещами? И, кстати, о вещах. А во временное это жилье не поместится? Поскольку у Сахнуту, в общем-то, все равно, как вы устроитесь на месте, они просто будут вас успокаивать, что все пройдет отлично. Можете мне поверить, отлично не будет. Кому-то повезет больше, кому-то меньше, но проблемы все равно возникнут. Что же происходит в реальности? Мы выбрали своим первым городом Наарию. Это самый северный город на Средиземноморском побережье Израиля. Еще буквально с десяток километров на север, и вы у ливанской границы. Важно, что в Наарии всех прибывающих на первое время заселяют в общежитие с необъяснимым названием «Тапус», что значит «апельсин». Это серое, мрачноватое многоэтажное здание, явно не новое и определенно давно требующее ремонта. Не могу себе представить человека, который однажды взглянул на него и сказал: «А давайте-ка назовем его Тапус». И все вокруг энергично закивали: «Точно, мол, он же серый и прямоугольный, вылитый апельсин». Некоторые, те, кто приехал по профессиональным программам, живут в Тапузе постоянно. Если, конечно, их это устраивает. За проживание платит предприятие, на котором эти люди согласились работать. Все остальные заселяются сюда, как говорят, максимум на 2 недели. При выселении вы заплатите по 70 шекелей за каждый день, что вы в Тапузе провели. И вот этот предел в 2 недели ужасно нервирует. А что будет, если вы не успеете найти квартиру за это время? Городок маленький, а репатрианты по различным программам прибывают сюда сотнями. Цены на аренду квартир взвинчены до предела, а вариантов и так-то не густо. Но на практике оказывается, что после 14 дней никто вас на улицу не выставит. Вы продолжаете жить себе, как жили. Но, конечно, заранее вам никто об этом не скажет. Зачем? Вы же не паникуете от каждой мелочи в этой абсолютно инопланетной системе координат? Нет такой задачи экономить ваши нервные клетки. Крутитесь, как хотите. Ну и вы, конечно, крутитесь. Не имея ни малейшего понятия, где искать жилье, не умея читать на иврите, чтобы просматривать сайты по недвижимости, вы просто лезете в Facebook и вопите там во всевозможных группах, что, мол, катастрофа, не знаем, что делать, спасайте. В ответ, как всегда в группах на Фейсбуке, включится масса дебилов, которые начнут упражняться в остроумии по вашему поводу. Или задавать идиотские вопросы типа: «А зачем вы именно в этот город приехали?» Или давать дельные с их дурацкой точки зрения советы вроде: «Квартиру лучше покупать, чем снимать». Но поверьте, несмотря на вашу панику и отчаяние, квартиру вы все равно снимете. Возможно, это займет чуть больше времени, как это было у нас, но рано или поздно вы справитесь. Научитесь ориентироваться на сайте Яд Шния с помощью Google Translate, станете обращать внимание на объявления о сдаче квартир на улицах, да и в тех же группах среди бреда толп законченных кретинов обязательно найдется пара-тройка действительно дельных советов, а то и предложений помочь. Мы так нашли женщину, которая сама подыскала нам несколько вариантов и сама же договорилась с хозяевами на иврите. Между прочим, если вы знаете английский, это в 90% случаев решает проблему. Мы почти не встречали израильтян, которые не говорили бы ни по-английски, ни хоть немного по-русски. Но вернемся в Тапус. Мы приехали вдвоем с женой, поэтому нам досталась небольшая комнатка с крохотной кухней и ванной, совмещенной с туалетом. Если семья большая, то есть варианты двухкомнатных номеров. В комнате кровать с поролоновым матрасом, шкаф, стол и один стул. В кухне холодильник, электроплитка и микроволновка. Ни постельного белья, ни посуды, ни вилок с ложками. Зато чего уж там было в изобилии, так это тараканов. Никогда еще ни в одном помещении в нашей жизни мы не видели такого количества и фантастического разнообразия тараканов. Если бы существовал тараканий справочник, а не исключено ведь, что он таки существует, с описанием всех известных науки видов и конфигураций, мы наверняка смогли бы добрую половину из них идентифицировать в нашей комнате. Мы приехали около 11 вечера, так что все магазины уже были закрыты. И покупку средства от насекомых пришлось отложить до завтра. Поэтому мы просто поставили каждую ножку кровати в какие-то баночки с водой, чтобы враги, по крайней мере, не ходили по нам, пока мы спим. Спалось, впрочем, все равно тревожно. Отдельная проблема Тапуза в том, что там нет никакой кладовки или складского помещения. Что, согласитесь, странно. Люди летят в Израиль навсегда,
перевозя буквально все свои вещи, которые вообще можно было увезти. А это обычно много. И вот они прибывают в Тапуз, получают свою маленькую комнатку, и что делать с вещами, никому кроме них самих не интересно. Мы, например, прилетели, взяв с собой в багаж максимально разрешенный объем вещей. Это было 4 больших тяжелых коробки. Остальное мы отправили через карго. Ну, допустим, первые 4 коробки мы без проблем составили в нашей комнатке. Спустя пару дней нам доставили наш основной багаж, весом почти полтонны, состоящий уже из 2,5 десятков больших коробок. Мы к тому моменту уже знали, что никуда, кроме своей комнаты, мы это все составить не сможем. Некоторые говорили, что можно оставить часть в коридоре, рядом с комнатой. Но, во-первых, это было бы нарушением правил пожарной безопасности, за что можно запросто и на штраф налететь. А во-вторых, как мы вскоре выяснили, в Тапузе есть такое правило, что выставленное из комнаты то ничье. Если хочешь чего-то лишиться, оставь за дверью. Мы лишаться своих вещей были не готовы, поэтому стащили все в комнату, расставив штабелями вдоль стен. Теперь войти можно было только бочком и сразу к кровати. От кровати, соответственно, только к выходу. Узкие щели для доступа в ванную и к холодильнику. К счастью, к тому моменту мы уже провели тотальную дезинфекцию, отбросив орды тараканов подальше от нашего жилья. Иначе мы бы неизбежно увезли впоследствии многочисленных нежелательных поселенцев в своих коробках на новую квартиру. В итоге мы прожили в этом странном апельсине ровно 20 дней, заплатив за это немыслимое для нас 1400 шекелей, что при размере корзины абсорбции государственного пособия в 4800 шекелей казалось колоссальной суммой. Но нам еще предстояло узнать о ценах в Израиле много интересного, так что первый шок был сравнительно небольшим.